Всем привет, меня зовут Вика, и вы на канале Вика Топ. Сразу спустись, нажми колокольчик и сделай из красной кнопочки серенькую. И поставь лайк, чтобы это сделало видео распространенным. Вот, сегодня эти рисунки, не обращаем на них внимания, хорошо? Просто, чтобы на листе осталось место, это мы не трогаем, да? Так, сейчас мы берем простой карандаш. Сейчас, подождите, он у меня на полу. Так, все, мы продолжаем видео, извиняюсь за посторонние звуки. Вот, мы начинаем. Вот наш пластик, как всегда, подготавливаем. И простой карандаш. Начинаем мы сейчас рисовать котика. Вот, начинаем вот эти снизу. Вот так. Так, вот так. Вот так. Так. Подождите, хвостик надо красиво нарисовать. У меня не получается его красиво нарисовать. Вот. Так. Так. Вот так, вот так. Вот так. Так, и вот так. Вот так у нас проходит этот вот набросок, у нас прошел. И откладываем пока что простой карандаш в сторону. И берем голубенький. И начинаем раскрашивать эту часть. Вот такой вот так вот. Так. Так, вот так. 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 Все. Теперь берем желтенький. Так вот. И посерединке раскрашиваем. Вот так вот. Да, Катюня. Ой, какая у нас тут интересная полянка. Вот так. И берем розовенький, откладываем желтый, берем. Так. Сюда же не хочется ходить, да? Сходить не хочется. Так, вот так. Так. Вот так. 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 Берем черную ручку. Так. Так.
Вот так. Вот так. Так. Вот так. Вот так. Черной ручкой работаю. Так вот. И вот так вот. Вот так. Так. Вот такой вот котик у нас получился. Я не буду рисовать второй рисунок, потому что он будет слишком долгий. Я лучше в следующем видео нарисую два рисунка. Ладно, а вот такой вот у нас котик получился. Вот такой вот котик у нас получился. Всем пока, хорошего дня и удачи. Всем покесики.